некоторые люди там, которые зашли просто на 15 минут, никакой бы ульды не было. И там в чем-то обвинять то, что никогда не было РТ, там тебе запланировали там куда-то пойти или там не заходили даже идти в ту льду. Ничего там страшного нету. Это не какой-то там был предварительно там конкретное воскресенье. Ну, и с одной стороны, знаешь, что я хочу сказать, типа, если вот даже вот они не со мной бы, да, в ЦЛК пошли, они бы в любом случае не пошли бы в льду, а пошли бы потом просто с другим человеком с ЛЧАТа в этот ЦЛК. Вытащи командира. Монитор дальше. Не, я тогда зашел, уже, наверное, было около 8, и только сборы шел. Может, чуть-чуть раньше. Это по Москве, я имею в виду. И хоть там и было два босса, но это не было зайти там помочь на часик. Ни хера. Это просто было зайти и до 12 там сидеть. Да, вы до 12 сидели, я помню. Отошел на час, вы уже все пронесли. Нет, они там сидели долго, блин, очень долго они там сидели. Ну, я пришел в 22:30 по Киевскому. Не, я со сбором считаю. Долго это все было. Суманитировку. Я ППГР сходил, дейлики поделал. Да даже если бы вот эти 5 человек, которые были в ЦЛК, пошли бы в Ульду, им в любом случае пришлось балчат выбирать, не крути. Нет, насколько я понял, то в ЦЛК они ушли раньше, чем началась Ульда. Ну да, мы гораздо раньше ушли. Он не зашел на РТ. Он собирался. Вопрос в том, как Дессер отвечает некоторым людям. Не, ну это понятно, если Дессер, почему ты там затрагиваешь там меня, там один. Ну так вы тоже. Вот хакера, который с нами был, ты не затронул. Потому что я не знал, что он ЦЛК был. А вы его тоже не взял. На языке зомби сейчас пытается сказать. Какие самогонные же бы пацанов поздавать, а хакера. Не, на самом деле это бред. Я не считаю, что это как бы какое-то подставлялово там гильдии или еще что-то. Не, то, что они уёбки, это да. Это прям, ну, они и без этого были, конечно, уёбками, да? Их отношение, то, что они пошли в ЦЛК, а не в льду, как бы, ну, вообще их личности не поменяло. Я тоже не люблю ульду, блин. Я этого хожу, это нечего делать, как. Как можно не любить ульду? Она же куда круче, чем ЦЛК. Ульда это, ну, на самом деле, это такой тактический инст, там, где, ну, тупишь или не тупишь, короче, там не нужен ни ДПС, ни ХПС, там просто надо тактику соблюдать. Там красиво, и там музыка классно играет. Превращается в обычный ППГер, блядь, и в обычном ППГере часами можно сидеть на одном боссе. Ты просто смотришь и такой думаешь, сука, люди, вот насколько вы тупые, вот серьезно. Медведи, блядь, понимаешь, медведи, нахуй, ездят в цирке на одноколесном велосипеде, ездят медведи. Эти дебилы не могут просто зайти в лужу, просто зайти в черное пятнышко, блядь, понимаешь? Это, ну, просто пиздец. Олег, самогон вылетел, сказал, сейчас зайдет, у него компьютер рофнулся. Вот это ульта хорошая, она красивая, но она долгая, сука, просто пиздец, блядь. Да нихуя она не долгая. Да, да, не говори ты. Да долгая, потому что мы стоим перед боссом, я засекал, мы стояли, ну и когда я начал уже засекать, мы стояли 15 минут перед вот этим конченым типом с руками, короче. И сразу думали, ну, мы думали, какую ачивку делать. А потом мы еще разбирались минуты 3, короче, какая рука, блядь, правая, какая левая. Ну, хотя там было, написано, это, понял? Это что за раз вообще был такой? Я не помню уже, это было так давно. Вот стоим вот так же само, стоим 15 минут, какой-то херней страдаем из-за того, что босса спутал. Не, оно ж не мешает вам бафаться, правильно? Или босса запускать конус. Смотри, я вот в прошлую субботу собрал, мы за час 20 дошли до Мимирона. Ну так может быть зачем? Так я просто там был. Мы забагали Мимирона, а потом он во вторник пересобрал вот этот рейд. Не хочешь ничего, но я не знаю, сейчас 50 дней. Без проблем.
Короче, мы начали не о том, что разговаривать, а вообще в общем про Ульду. За Пипера, что он рассказывает по 15 минут тактики, ну да, это его косяк. Сколько тебе еще сколько осталось? Она из-за того, что долго, вот она не нравится мне. Ладно, вот что у нас теперь будет ссылка. Пиздец, ты вот создали глоталку. Можно сочетать, на всех чанах кто хотел. Еще и ДПС хороший, только два взлета. То самое чувство, когда ходишь, блять, в Ульду не за ачивами, а чисто за шмотом танковским, блять. Нахер эти ачивы нужны на пиратке, вы гоните вообще? Нужны, нужны. Давай, тут возьму чар, спизди, да потом будешь дальше сидеть пальцы обсасывать с этими ачивками. Не, ну там, я не знал, но там маунт красиво дается. И если звание ачивки дают, то тоже, ну, так, нормально. Давайте там, кто там... Анзу тоже красиво было, потом друиды, бац, и... Братанчо, босса, ладно, с первого копа про товар, вторую. Тоже ходил там, фармил Анзу, все дела там... 8к ачивок, а потом бац и все. Сейчас пекну, секунду. Просто фурики был. А что там сразу бац? Так я так и не слышу, в чем корыстность Пипера? Да нет у него никакой корыстности. Ничего не корыстности, там он просто голову отдает всяким не классным пацанам и все. Так, не, ну он же за ней ходит. Чуть-чуть он порол ее отдает, по-моему, нормально. Он ходил за головой, он уже давно собрал себе рейд и забрал ее. Я тебе скажу сразу, еще в апреле я ему предлагал, тебе надо голову, я тебе отдам, потому что ты сказал, чего он отказался. То же самое сейчас, голова, в принципе... А просто ему Ульда нравится. Не знаю, мне Ульда не нравится. Согласен, говори мейнстал. Ульда ему нравится только потому, что там, ну, не надо ничего там стараться. Короче, там просто прыгай, бегай. Не, ну она реально, она наоборот поставила, да. Как раз. Единственное, вот что... Красный, что она легкая, он туда ходит, не надо напрягаться. Так она легкая, шо вы, блядь, особенно при таком гире ее проносить. Она легкая, но... Да ну, чё, плюс ноль не легкая, собрал только одних РДДшек, все это стопроцентное убийство, ты гонишь? Войт, не неси херни, если Мирон, блядь, с Алчатом с первого трая убивает, ты какой-то просто, блядь. Просто мы ходим туда, но с половиной людей тактики не знаем. Ну, а вот как эти сейчас. О, как сразу. Эти, блядь. Топливые пацаны. Куда? Ты чё? С ума сошёл? Ну, это Джерика, это кто? Тут как? Вот, пишут там слезы по КД. Причем там слезы по КД, если мы падаем. И, не, ну там в чате пишут. Типа падают из-за того, что ну в точечку черную не зашел. Ну, блять, ну нашелся такой тупой из 25, который в точечку черную не зашел. Это не сложность, блядь, инста, понимаешь? В точечку не зайти, это сложность в людях. Да. Мы сразу... Ой, детей, блядь. Как вам сказать? Неравнозначно. Так что, мы делаем каждый раз ачивы? Нет. Притом целка легче ачивы, чем люди. Вот и все. Да не, не... Ульте их дольше сделать сами по себе, тех же дворков жарить там, не знаю. Да не легче, но в смысле целка легче ульты? Целка тяжелее, просто целка мы уже... Отъездили, отшлифовали, как хотели. Ну, а у Ульду у нас тактику знает. Ну вот я не знаю тактику Ульду, я и не понимаю, что мне там рассказывают. Я это все просто так на ощупь воспринимаю. Да, мы сейчас что, разные говорим, да? Просто там... Приди в ЦЛК и там, где
тактику знает только там 8-10 человек, ну, толком ни хрена не сделаешь. Ты там так же самое херевать будешь просто. Только тебе будет еще ДПС, не хватать ХПС, потому что они будут бегать, паниковать. Во-первых, в ульде нету этого ебучего бафа 30%. Ты убери, короче, этот баф 30% и увидим, сколько людей у нас в гильдии знает, что такое целка. Я вижу, как целка 25-ки, мы постоянно делаем ачиву на духов в наличии, просто по КД. Просто, блин, убрать этот баф и все, и у нас человек 20, если наберется, то это хорошо. Я хотел с собой делать эту ачиву с вами, мы сделали ее с первого раза, потому что ты поставил, чтобы духов набили нормальный ШП, нормальный соу, блядь, мы сделали все с первого раза, что ты гонишь? О, когда я ходил в уйду, мы сделали пожарного с первого трая, тоже там и рейлил, конечно, с первого трая. Ну вот и все, типа, ну и в чем проблема? Ну, ты сейчас приводишь пример единичные случаи. Ну, ты сейчас же сказал, мы, вот, ну, типа, я вижу, как вы делаете, а чего надо делать? Ну, что мне сейчас вертят, говорят, что... Как это, целка сложнее, ой. Ну, типа, в актуале, блядь, все контенты, они одинаковые по факту. Не, в актуале ульда сложнее, чем целка. Ну, это понятно, там тактика сложнее, чем целка. А то, что мы уже полугирные, да, туда ходим, ну, естественно, проще, потому что у нас, мы тупо боссов зергаем, у нас бой, ну, меньше идет. Короче, в чем смысл нашего боя? Ни в чем. Мы начали с того, что неправильно они сделали, что пошли в ЦУК и не ливнули оттуда, когда собиралась урда. Вот с чего мы начали. Я говорил то, что ему приспичило собирать льду в то время, как другие ушли, но типа это его проблемы. Не знаю, нас просто как-то заставлять куда-то идти, но не хотят идти, пусть не идут. Кстати, Ваня-Варенька, мне варом первый плюсанул целка. Сабрелов, которые бы собирали целка, и никто бы не хотел идти. Не, ну кстати, если бы в целка был бы, мне предложили в льду, я бы тоже не ливнул бы. Бля, ну тебе самогон бы кого-то поздать, я отвечаю, ну бля, просто... Давайте по тактике. Джерриум, Кукасака, Свет, остальные Тиму, Слипсон, Диспелит, Тиму, Свет, Диспелит, Кокосина. Тиму танчит, протанчу, Свет, Конус. Все. Вроде все. Да не, уже поздно. Кто танчит Тиму? Протанчу. Там хант, Пишите в РК, кто на кого ролит. Так, ну давай хавкера поменяем. Хавкер Свету, Мерилин во тьме. Скажу по команде все. Слайд, перед Захамас. Войва. Злой, кликнешь на конкретную фразу? Да, конечно, конечно. Так я же Свету, чё ты паришься? Ну я Свету. Вот, дай бью. Иди сюда. Как я не услышал про корыстность Пеппера. Да Пеппер корыстный, пиздец. Ну вот самогон корыстный. Самогон корыстный собирает, а вот сейчас вместо того, что в Ильдию собирает. Ну-ка, расскажи, Олежка, стой. Ну-ка, расскажи, где я корыстный. Ну-ка, расскажи. Ну, за ГП ты ночью. Корыстная. Незаслуженная ГП. Нет, ну-ка, расскажи мне. Нет, ну где я корыстный, расскажи мне, пожалуйста. То, что я хожу персами, без ЕП помогает. Короче, вон Кокосин, смотрите, где он сейчас пишет. Давайте потом обсудим, какие мы уебки. Тут все ходят персами. При каждом случае Алина в это вспоминает. Без шмота, без ничего. Ну, я тоже хожу всеми персонажами. Я уже за неделю 10 раз это слышу от Алины. Вы уже затрахали... Ну, потому что он говорит, что я корыстный, тут самый некорыстный. Не, ну Алина стала некорыстной, когда ей на персов по 2 КГП начислили, конечно, ничего сравнить не мог. Ну, я бы могла вообще поставить в другую гильдию и копить потом себе ПР. Ребята, час ночи. Если бы я была корыстной. Давайте убиваем. Ваня, не ври, у тебя 12:05. Блин, не пари контору. У меня 3 ночи, давайте начнем. 12:03. Слава, да тебе уже спать ложиться смысла нет. Давай, короче, мы захилим вдвоем с Серсейкой и Зайкой. Гоу. Ладно, чек на пул. Кто-то кикнули.
Ну, Слипсон фкшил, и это ДЦ. Только по диспель, Лёш, ладно? Нет, ты диспель. Нет, не, диспель не, лучше ты, сердце не умеет, диспель ты сам. Они не захилят. Я, короче, не буду ничего отвечать. Ну, нет, за хилем ты за хилем. Может, ты ложишь хрен на рейд и смотришь в аккаунт. На пол же ушел. Все готовы, давай, начинай. Но есть еще Мерлин для напула. Ух, ух, что, ебать! Это Дима и Мерлин оба в рейде, да? Одни напулы, я прям вон КД их вижу. Особенно от Димона там еще видно. Сможем рейд, но Дерека выносил за атаками неудобно. Убежали. Самая голимая танка Мерлин. Не, ну там смотря что. Да все. Обычно надо деф прожиматься, смотреть, когда по таймерам. Видишь, я хватку прожал. Потому что... Да зачем ты хватку прожал? Не случайно прожал, это самого поднимай меня. Я не сам. Так это убери ее с панели, в чем проблема? Ты как Марат на это, на Ануби, да? Так, лужа. Внимание. Мэджи, не сладко. Дай пистобол флаг, дай. Бля, нормально, они за стан прям заливаются. Заходи, заходи, БДК. Рейд зашел. Если посмеете. Зачем сюда зашли? Грифт с Зинаида. Я забыл. Не говорит, что это пати. Ну это понятно. Бля, захиливай их, холи. Или не носи. Это херово, два человека. Сел, пацаны. Там донатор за пятерых. Только мануть залейте, пожалуйста, когда будете уходить. Чё? Заходите, добили там, если. Не, мы долго еще не будем. Чё, долго, да? Фу, донатор не тащит. А, мозгачев тоже тут, да? Хорош. Все, добили. Там 51 фаза уже сейчас будет. Ой-ой-ой, убегайте оттуда. Нихуя. Сейчас метку досмотрим, подождите. А короче, вмешательство тебе, да? Застанем, застанем на хвостом. Выходим в свет. Опасно. Я у ДДшины просто, чтобы трэш проще было убежать. Мозгача поранили. Бабкер выноси метку. Там Джерри, он... Ну, мне даже пятый нет. Хорош. Убежали на тему. Конус прохил. Нормально, во тьме дарим рост. Возвечали на свинку. Ключку нет. Там сами не спалится свет, короче. Взрыв разума, по КД. Большой обид. Так, вот это место где? Да. Сейчас скажу, короче, надо поставить холёно, как обидимся. Мы уже играем на корону. Мы пришли попытаться, слишком сложно.
Мозгача этого гимна отхил. Я только юзнула гимн. Эй, что там диспарит свет? Какой свет была гимна на монстр? Селф еще на семью. Одолеть будет ваши были на монстр. Вспомнил на нем мимики. Встали в квадрат. Метеор побежали. Пока бежим через метеор, а мы все же не надо бить. Клонусы захитрятся, да? Это как? Это никак. Тут Настя, подними клон, когда поднимешь карту, зимы да подумай порваться быстрее. Быстрее. Когда подумай карки. Кокос ловил на отхил. Фулл баб порыли. Не заходи на баб. Тимон столько поднимаешь. Все, бейте дальше. Играйте больше на колено, когда это баб у меня сейчас. Алина, да, это темп. Встали в квадрат. После лезвия поставлю. Беги, малышка, беги! Все, баров нет. Побежали в метеор. А, понятно. Так, нужен рейди. Смотрим внимательно. Графит, выноси метку. Блять, сорян, Войд. Завтыкал. Играли, милики. Бэров больше нет. У Настик есть бэр? Стопайте по свету. Хакер, выноси назад метку. Добейте мелкий трэш. Метеор. Я могу во тьму. Не во тьму. Можно во тьму заходить? Да. Залей только иннер. Не надо, не заливай. Вы уже в рейде, смотрите внимательно. Уже нельзя, наверное. Все, Клёна, бей большого голема. Да, бля, бейте Халёна, там тьма упала, бейте Халёна. Я пошел во тьму. Дергайте там, как-то. Бля. Да все уже нет. Еще не отхилился, бейте, чё. Да хули там по 30%? Стоял. Да всё. Падайте. Так, я вот думал, короче, фреш блад метку выносит, думал сам себе диспелит, а потом смотрю, блять, это ты был. Сори. Сколько еще таких героев? Короче, там баг еще с рассекающим. Я стою уже там, где всегда квадрат стоит, и умираю. Вообще, Алин, мне охухилить было, согласись. Это не рассекающее, это дыхание. Ну да. Там, когда... У меня в холипале такая всегда проблема. Я бегу спереди лапы, короче. Нет, я не бежал, я стоял уже. Перед боссом стоял. Может, это из-за вмешательства? Просто я в ДК, когда у него хп мало, делаю вмешательство под дыхом. Нет, когда ты бежишь, короче, он начинает дыхание, ты пробегаешь его спереди лапы, уже уходишь туда, но дыхание все равно в тебя попадает. Там посметно, вот это если там цвету нормально, чей-то во тьме нормально по хилу. Да нормально захиливали. Есть, спасибо. Это мы четвертая патия. Захилим, если что, четвертая патия. Не заходите, сука, во тьму. Уёбки. А, пидоры, не заходите, я еле жил. Мана упала нах. Там, если, короче, диспелить не буду, кричите, пожалуйста, сразу. Блять, я просто нахуй 300 с чем-то тонн нахуярю, блять, по большим. Мне забыл. Это классно, да. Когда начинается третья фаза, у тебя на реген КД и 20% маны, ты такой, блядь. Дайте шкаф. Мы, короче, только добили больших, я бегу, и появляется Халион. Да, и меня ебашит хвостом сход. Ну, мне там, кажется, там ДК сложил, если бы я вмешательство в него не отдал бы, блядь. Может, короче, быть. Макси может зайти ДС или Airdrop, пофиг вообще. Ну, как хотите. Мы с Алёшей вдвоем захилим тьму. А не надо еще не туда хилить. Алёша. Как царевна и Алёша, да? Королевишна. Королевишна, я Алёша. Я накинул ГП только за первый трай.
себе, ой, на первую фазу, и тем типам, которые не зашли. Дайте бафы. Графит, ты заходишь во тьму, блин, и там выходишь в свет. Смените ауру коня. Во тьме и так есть вары. Окей. Это про товар. Да, хакер, оставайся добивать. Ничего плохого не будет. Заходите за линкой. Bloodlines готов? Bloodlines. А чё, у нас будет 2 эрдру, что ли, или чё? Да, пускай будет 2 эрдру, 2 бэра. Нинера. Да пусть капец в ДД. Всё, давай, начинай. Ебать, чё за дрочь? Чё делаете, блядь? Это Джерри, он напул дает? Нет, конечно. Да, хп он дает на пул. Алло, кинул. Так, о, закинь назад меточку. Побежали на метеор. Возрадуйтесь, я вам настаку раскол. Мы уже в рейде, квадрат. Бля, что-то про товаров как-то изи нахуй. Мы еще не делаем, пошли с 4 на пола, да? Да вообще похуй. Конца на бейсбол. Ща это потестить хочу, ничего не делать просто, бля. Какой смысл? Слушай, ты не спамишь свет, там нет на фазе. Ты что ты в пати, чтобы они не заходили? А вы сказали, не готовим. Ну-ка, напуливайте, ребята, напуливайте, не? Самогонный на семетку. Ну и чё? Даже не напуливайте. Я точно не могу. Ну чё, тебя поздравить? Заходи. БДК, заходи. Райд, заходи. Убей. Графит, граф. Не, он должен. Понял. Не должен. Сама не носила. Кто заходит? Минули шаманом. Зинаида, давай, сосей. Зинаида, фак. Настик, фокусатор помню. Фух, звание поздно. Поздно. Лола, ты можешь пулить, что ли? Видали, как Морлин уже нет кинов? Я просто представляю, ну как она сидит и такая, блять, это было так легко. Смотрите внимательно, сейчас будет фаза. Должна быть метка, осторожно, ждите. Главное, вы не сидите. Все, выходим в свет. Надо манна или? Так, назад сбивар. Серсей, надо манна. Диспел? Какой? Не, мне фуло. Да я тут что ничего не делаю. Так, серьезно. Так, убежали метеор. Свету, сосредоточение поставьте вместо коня. Нет.
все, святу блин. Вы что, их морозите, что ли? Граффити, давай СС на Джерика. Нет, это был стан. Массовый. Джерика назад нет. РДД добивайте большого. СС есть, Джерика? Нет. Есть, есть. Побежали. Это нужно для эра выпустить. Что не кричал для эра. Так, ну здесь смотри, давай вперед, вперед, и все. Отнесся на метку. Миники начинали тратить. Так, это больше не было. Даня, прожмись. Джерри надо его захилить. Встать в квадрат. Квадрат сама отыгнет. Так, побежали. Ничего. Злой вар получает его. И чуть забагнул. Демида, поднимай Джерри быстрее. 15-ти, мейджин. Я рыхнул уже, нафиг. Атоси на гимн отхил. Гимн отхил. Да нормально, мы на их живем. Воу, что это было? Мелкий вырос. Нет, да все. Нет, это не мелкий, блин. Мелкий вырос. Да, там больше урона нахуй пролетел в разы. Падает. Живой огонь. Но не стоит. Как-то под пузом сбрило, я же не понял. Про товаром так охуенно ничего не делать. Ладно, это все вайп из разряда какой-то. Ну там, два человека, вам упало. 5-4 РСК, 2 часа походу. Не, ща убьем, еще нормально все будет. Так, я понял, нельзя так нахуй удудешиваться. Да сиди, пожалуйста, я возле попы. Ты, наверное, когда спину повернулся. Кого выше? Да не, ну, скорее что? Всего, просто блок закончился, и пизда нахуй. Нет, ни одного блока. Спасибочки. Спиной к кому повернул? К мелкому трэшу? Ну, он, может, отводил и повернулся там. Его сразу в спину выстрелил. Магией. И чё? Это как ледяной удар, как вскипание лавы. То есть мили-атака, но наносит урон огнём. Так, БР у всех на КД? У Макси есть, самогон есть. Блин, у тебя есть эрдруг? Нет, медведь. Акция была с собой. Да пусть она идет с собой, мы с да у нее нет с собой, у нее медведь эрдруг. Да, ну, давай, спекайся. Давай я в собой. Не, не спекайся. Чё тебя пойдет так, как если... Чё будем больше до того перезаходить и спеки делать? Давай я в собой. Ладно, поздно. Был шанс попрактиковаться в два танка на трэше. Блядь, я б то фуру ушел бы нахуй. Хорошая идея. Ладно, все готовы, начинайте. Слышь, Злой, тебе нормально там с Волей чиркой танчится? Бля, вообще охуенно. Просто не знаю. Нормально? Ну давай, начинай, потанчим. Да, мне нравится. Может поэтому избрило? Я еще более удэшен был, понял? Я по сути из танковских шмоток только был, блядь, Т-10 и все. Поэтому скорее всего сбил. Мне кажется, злому надо ГП дать. Мне кажется, тебе стоит идти нахуй, блядь, к дабу. Давай, смотрим уж.
малышка, беги! Бежали. Заходи, Бабыка, сразу. Все, зашли. Че, можно бить Джерион? Да. Так это он, Бабыка. Что больше? Больше хилы, больше умений красоты. Вот, та точно так же хилы. Там, если частицы... Нет, давно что. Ну там у вас как-то дамажит. Ну да, а он что должен дамажить? Дамажит. Какая нужна у тебя эта скидка? Все добили. Ну, ну зачем это ставить теперь? Проходите, если добили, быстрее заходите. Рейд просил так сильно. 22. Так, переходки нету. 53. Зина, Зина как-то там. Зина падла или как-то. Зина падла. А Зинаида падла. Зина падла. Да, Инер. Ух. Блять, у нас энергия. А, выходим в свет, кстати, забыл уже. Ну давайте вместе слепим. Стали. Графит назад. Меточку назад. Давайте вместе слепим. Марлен, такое сейчас думаю, это было так просто. Да. Нет, нет, сейчас лезу буду. Давайте рост во тьме, бейте трэш света. Брат, встали. Да, как Настя, подымешь вовремя. Побежали. Сейчас подымешь, как раз. Подымешь темные метки все. Стопайте в святую поколение. Так, взлагаю, выноси метку. Диспел, диспел. Поднимай, пожалуйста. Слышь? Ага. Они поднимают плохо. Не, у него КДБ. Понятно. Донатор, выноси метку. Когда в этим можно заходить? Уже. Мерлин, не заходи через хвост. На танке. Рори. Мерлин, не заходи. Беги, малышка, беги! Да? Заходи. Да. Уже глаза открылись раньше. Не бейте, когда вас и тоже нет. И опять на танк смешайтесь, брат. Смотрим, мы уже дробим, смотрим внимательно. Алин, надо манна? Не. Настик назад метку. Бейте трэш свинку.
Идите 60 свет, потом на той стороне добьете. Так, что-то изи залез, открываешь, кстати. Беги, малышка, беги! Так, побежали. Бля, ебать, Лола охуенно вдруг хилит. Да я вообще ничего не хилю нахуй. Так, опять чешка упала. Хе-хе-хе, ебать! Надо тадинарыч ткань. Как Осина выше или Мэйджин? Давайте посмотрим. Все, всем спасибо, удачки. Эй, Ванёк,